Да, ребят, вот еще мы пройдем. Вот, Саша, я вот увидела такие красивые бутылочки. Они действительно вкусные или просто красивые? Какие, какие? Вон там, вот если пошли, посмотрим. А, это коньяки бренди вы имеете в виду? Вот эти красивые, вот верхние. Да, это коньяк. Красота, да, какая? Да, они красивые, но у каждого свои. Когда-то была юная-юная, мама мне сказала, едешь в Москву, Леночка, ни с кем, говорит, в кафе не оставайся. И вот я впервые в жизни, будучи такой Леночкой, молоденькой, меня пригласил молодой человек в ресторан. И я боялась показаться ему такой провинциальной такой девочкой. И вот выпила коньяк. Прямо так, знаете, как лимонад. И задохнулась. Вот попробовала в жизни. Ну вот смотрю, вот сейчас вот я уже взрослая такая тетенька. Конечно, напиток не мой, я поняла, с юности, но красивый, да? Вот так, если вам поближе показать. Смотрите, какой красивый. Какие бутылки необыкновенные, да? Даже пантера вот такая вот. Видите, как красиво. Так что, знаете, в гости идете, на свадьбу куда-то можно, да, подарить такой подарочек. Красиво. А там что-то красивое, вон там что-то красивое еще. Наверху вот эти коробочки красивые. А вот что у вас такое в коробочках таких вот сверху? Красивое вот так. Вот это. Вот они в основном выделяют. Вот наверху вот что-то. Да, это то же самое, просто здесь у них. А, поняла, это в бутылках, да? А это в банках таких. Необычно вообще, да? Красиво. Красиво. И французская музыка такая, да? Франция, французский язык. У нас там Италия, здесь Франция. Круто, Саша, вообще вы очаровашка. Просто обалдеть. Спасибо, Лень, зашли мы, да? Мы познакомились. Так что, ребят, заходите. Вот такая невеста работает красиво. Очень хорошо. Я прямо аж растерялась, честно. Я тут такая, прямо никогда не видела такой красоты. Все в одном. И говорю, вот посмотрите на эти подушечки. Еще, господи, меня очаровал вот этот интерьер необыкновенный. Это сказка. Это так красиво. Стульчики такие в тон. Вот посмотрите. Все красиво. Красиво очень. Всем доброго вечера, прекрасного настроения. С вами была я, Леночка Желанкина, город Брянск. Лена Лето. Вот такой мы прекрасный Брянск. Вот. Пойдем, да?